почему его так долго нет? Мама, ну я уже нервничаю. Почему он долго не идет? Позови его. Зятек, дорогой, мы ждем. Ну, прям скажем, костюмчик-то не очень. Мама, перестань. Помолчи. Маменька, а вы не переживайте. В следующий раз будет лучше. Скотина! Этот лес, 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 полон сказок и чудес. И чем дальше ты залез... Ну-ка, что тут? А, показалось. Слушай, Вовочка, это такое счастье, что ты в таком возрасте уже разбираешься, какие грибы ядовитые, какие съедобные. Да. Вот видишь, в этой корзинке для еды, а в этой для продажи. Весь в маму. Держите. Всего доброго. Здравствуйте. Здрасте. Фамилия, имя, отчество, пожалуйста. Василькова. Любовь. Угу. Антоновна. Любовь Антоновна. Очень приятно. Полных лет вам, Любовь Антоновна. 82. А выглядите прекрасно. На что жалуетесь, дорогая моя? Ой, все болит. Все, мелочек, болит. Нога болит. Рука болит. Бок тоже болит. Спина болит. Ой, пятку дергает ночью так, что сил моих нет, а. Ну что ж, так и запишем. Ушиб всей бабки. Одну минуточку. Я не имею права пустить вас в наше казино, так как вы без галстука. Брат, я могу проходить в любые заведения этого города без галстука. Понимаешь? Таковы правила нашего заведения. Пожалуйста, покиньте. Брателло! Он вообще голый. Конечно, голый. Он-то выходит. Не-не-не-не. Не получится. Покиньте, пожалуйста. Ну, места, как у нас, видите, чистые. Поля, о, колосистые, девки мясистые. Так что и поработать, и отдохнуть. В общем, люди нам нужны подходящие, работящие. О, кстати, о работе. А? Просыпаемся мы здесь в 5 утра. А что так рано-то? Здесь у нас петух будет. А? Слушай, знаешь, заведи завтра петуха на 9:30. Здравствуйте.
Эй, ты что, привидение увидел? Да не он, его. Ты что, его знаешь, что ли? Ну, типа того. Вчера он был козлом и оленем, который ни хрена не умеет парковаться, и который оторвал мне правое боковое зеркало новой пятой бэхи. Да ладно. А сегодня он мой преподаватель по теории механики. Мужчина, слышите? Там женщина на работу опаздывает. Спасибо, 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 спасибо. Обелечиваемся. Порвал. Да ты не порвал, ты меня убил просто. Слушай, кстати, а вот представь, что ты киллер. Но? Не, ну представь. Ну представь. Вот слушай, если бы ты был бы киллер, ты бы меня за бабки шлепнул? Нет. Почему? Я б тебя бесплатно грохну. Партенечка. Да, давай, давай. Папа! А это вам? Ну что, может быть, сразу приступим к делу, а? Послушайте, я не буду иметь с вами никакой диалог. А я бы поимел. Потому что я девушка порядочная. Порядочная. Между прочим, ты в мою кровать сама уселась. Так что... Маринка! Марин, ну мы будем кушать? Нет, ну! Я уже бегу! Ты 2 часа бежишь! Оп! Опа! Оп! Оп! Вот только знаешь, чисто мужская логика у составителей этих инструкций. Почему? Ну вот на коробке с рисом все детали написали. В какой воде варить, сколько минут, сколько соли добавлять и даже как подавать на стол. В общем, куча-куча подробностей. А вот самого главного, что сначала рис из коробки нужно вынимать, не написали. Вы поймите, нельзя ездить с просроченными правами. Ну, допустим, я вас отпущу. Мужчина! Но ведь вас же остановят на первом же посту. Мужчина! Нет, ну, конечно, думайте, сами решайте. Я не мужчина! Знаю. Мужчина! Help! Что это такое? Help! Ну что? Мужчина! Как вас там?
капитан, командир! Я не знаю, что мне делать! Да что у вас там, давайте, что, ну говорите! Я растерялась! Так что растерялась-то, что у вас случилось? Да. Понимаете, я заблудилась! Девушка, ну у вас же навигатор есть! Чего его не включили-то? Не буду я его включать! Почему? Потому что я с ним поругалась! Привет. Ты чё? Чё с тобой-то? Привет. Привет. И поаккуратнее. Чё случилось-то? Да меня просто только что... Жена сюда на машине подвезла. Ну, тогда понятно. Чё тебе понятно-то? Твоя-то как водит? Прекрасно. Дороги постепенно начинают вести туда, куда она хочет ехать. Встать! Суд идет! Давай я тебе перезвоню, ладно? Давай, скоро перезвоним. Здрасте. Подсудимый, куда вы дели похищенные деньги? Ну, как я уже говорил, я на себя ни копейки не потратил. Это вы правильно сделали. И все же, куда вы дели похищенные деньги? Ну, опять же, как я говорил, Ваша честь, я разделил деньги на части и отнес в разные места. Часть туда, так сказать, часть сюда. А вот это вы не очень правильно сделали. Простите? Не надо было туда. Подождите. 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 Ну ты даешь. Что случилось-то? Пойдем нормально допаримся и все. Да не хочу. Да что я не хочу-то? Что случилось? Ну, настроения нет. На, вот, на. Подними себе настроение. Да просто моя девушка, она... Дура. Да нет, хуже. Она как... Как мобила. А, я понял. Это, то есть, она такая современная, необходимая, компактная. Нет. Просто когда у меня заканчиваются деньги, она со мной не разговаривает. Так не любил, как сегодня. А что скажи, сегодня праздник какой-то, да? Коля, Коля. Не, наверное, потому что я не Коля. А ну и ладно.
Почему у меня с этим Свиристелкиным одни проблемы, а? Я вам что сказала сделать? Два кубика вколоть того и три кубика этого. Грелку мы однозначно убираем, однозначно. И температуру меряем. Если температуры нет, отпускаем его сегодня же. Я его уже видеть не могу в больнице. А если температура... Так, в общем, разберись там сама, а? Вы доктор? Доктор. А вам, я смотрю, совсем плохо. Плохо. Что случилось? Беда. Что случилось у вас? У меня жена мне изменяет, а рога не растут. Ну, это шутка такая. Ничего себе шутка. А я-то думал, кальция в организме не хватает. Здорово, сосед. Здорово, Вася. Ты чё? Я к тебе это. Слушай, у тебя есть веревка и мыло? Тох, ты чё, вешаться собрался? Нет, я помоюсь и в горы. Будет исполнено, товарищ полковник. Как пополнение? Отлично, Геннадий Сергеевич. А будет еще лучше. Молодец, Пилипенко. Смотри, не подведи меня. Так точно, не подведу. Товарищ прапорщик, разрешите обратиться? Ну, обращайтесь. А правда то, что вы при СССР были летчиком-испытателем? Ну, правда. Товарищ прапорщик, и что вы испытывали? Ну, в основном я испытывал материальные трудности, солдат. Сначала посмотрим фотографии. Ну, давай. Красивый? Да! Вот. Ну, что смешного? Я здесь маленькая, мне 3 годика. Ну, да, смешно будет. А это я в школе. Кстати, школу я окончила золотой медалью. Я молодец? Ты молодец. Я молодец. Ты молодец. А это я подросток. Мы катались на велосипедах. А что, с коленями-то что? Ну, хорошо катались, ободрала колени. Ну, это так. Подожди, какое это так? Это не так, это 3 фотографии, 3 разных парня. Тебя обнимают, и это чё, это кто? Да не обращай внимания, это мои бывшие мужья. Да ладно, Марин, ты чё, разводилась, что ли? Да нет. Вот, это Миша, он повесился. Вообще, знаешь, такой веселый человек, был жизнерадостный. А это Жора, он застрелился. Жора был очень умный. А это Гена, он отравился. А чем был Гена? А Гена много зарабатывал, да. Да, Гена. Антон! Ты
Ну что, где тебя ночь-то? Пойдем уже скорее. Нет, извини, у меня просто девчонка новая. Что, красивая? Не то слово. Страшная. Вот. То слово. Знаешь, что меня больше всего раздражает? Что? Вот что они все парятся с выбором этого олимпийского талисмана, а? Взяли бы Мишку вот этого, ну, с Олимпиады 80, да? Но. И покрасили бы его в белый цвет. А что, вариант? Типа белый медведь, что ли? Типа седой. Все-таки 34 года прошло. А-а-а. Рад с предложением. Мама, ну что вы кричите? Ну я на работе, да, я сейчас зарабатываю, но сейчас я же не знаю, будет у меня или нет, мама. Михаил, я работаю, что-то. Подожди, мама. Да, мама, да. Ну не могу сейчас. Ну, Михалыч, ну. Ничего тебе, ну. Михалыч, мне надо тебе что-то сказать. Да, только коротко и быстро. $1000. Мама, я перезвоню. Чего?